Доброе утро всем! Сегодня 21 июля. Солнечное утро сегодня. Иду по Перми, по улице Пушкина. Проспект. Идет до самой набережной, до галереи. Центральный выставочный зал здесь.
Святите Отче Николай, моли Бога о нас. Николай Чудотворец, моли Бога о нас. Хорошо, он здесь стоит и благословляет всю Пермь с горы. Смотрит на город и благословляет его. Сейчас здесь храм, идут службы, туда зайду сейчас, помолюсь. Архиерейское подворье, крестовый храм во имя святителя Митрофана Воронежского. Река Кама. Сегодня ходила в галерею. Очень нравится мне здесь памятник Мамину Сибиряку. Погода меняется. Ветерок появился. Холодненький. Такие цены хорошие. Нам сюда прийти. Но это бизнес-ланч. С 12 до 3. А потом другие цены. Поэтому надо подумать. Вот она, короче, на браке, знаешь, бизнес-сервис менеджер. Взяла кофе, роллы с лососем. Сейчас буду кушать, отдыхать. Вот в этом кафе кофе купила сейчас. Еду обратно. Ветерок такой, наверное, дождик может быть даже будет.
по Монастырской улице. Какой домик здесь. Великий князь Михаил Александрович. Смотрим еще на Каму. Туча повисла над Камой, поэтому она поменяла цвет. Сразу стала темной. Вода темной сразу стала. Рябинка какая уже. Цветочки. Надо ехать, то дождь пойдет. Эти домики красивые. Автобус, мне надо на автобус. Гори, как светится. Памятник Красной Армии, взявшим Пермь и Кунгур. Как он может не пожелтеет, она как день желтеет, это нормально. Здесь такие здания, рубины много. Сходит 51 автобус и третий. Третий по Сибирской, 51 по Комсомольскому проспекту. Идут на Пермь первую. Проспекте сейчас сделаю пересадочку. Видно галерею. Присяду и по улице Пушкина поеду. Дождик пошел. Полет летит. Какие капельки интересные.
Интересно за ними наблюдать. Дождь прошел, и видно небо голубое, тучки стали белыми, все проходит. И всем доброго вечера и всего доброго.